Приветствую, друзья! На связи с вами снова Моряк, а это означает, что на нашем судне вышел новый фокус. Итак, первым делом хочу поблагодарить подписчика по имени Дмитрий, который мне на электронку прислал текстовый файлик с перечнем фокусов, и среди них был один очень такой простенький, интересный трюк, который я решил вам показать. Итак, для этого трюка я выберу... Сначала нужна моя любимая карта, вот эта вот моя любимая карточка, четверочка черви, и... Вы, уважаемый зритель, мою карту сейчас найдете. Для этого вам нужно сказать всего лишь любое число от 1 до 26. Любое число. Назовите. 17. Вот именно 17-й картой и будет моя четверочка черви. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Черт возьми. Вы ошиблись. Наверное, ошибся я. Надо было брать 17 не снизу. Надо было брать не сверху, точнее, а снизу. Давайте, назовите, уважаемый зритель, любое число от 26 до 52. Чтобы мы с нижней стопкой поработали. 30. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Но это снова не моя четверка. Я так подозреваю, что здесь какая-то вся загвоздка кроется в математике. Наверное, нам нужно из большего числа отнять меньше. То есть больше у нас было 30, меньше у нас было 17. Получается 13. Черт возьми, только не это число. Ну хорошо, проверим. 13, так 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, и моя четверка черви появилась. Вот такой вот простой математический трюк, друзья. Смотрим обучалку. Итак, друзья, добро пожаловать в обучение этому фокусу. Скажу сразу, этот фокус срабатывает с колодой в 36 карт точно так же, как и с колодой в 54 карты. Итак, для начала, значит, берем любую колоду карт, 36 или 52, и говорим, что я запомню свою любимую карту. Вы так вот пролистываете по-быстренькому колоду и выдвигаете вообще любую карту, какую захотите, но быстренько подсматриваете самую верхнюю, шестерочку пик. То есть вы ее выдвинули, говорите, я возьму свою шестерку пик, хотя на самом деле это туз черви, да, то есть а шестерку пик, вот именно ее вы и запоминаете. И говорите, что это 6 пик. Но главное не спалите туза, чтобы вас сразу не заподозрили в обмане. Итак, теперь попросите зрителя назвать любое число от 1 до 26. То есть нам необходимо колоду разделить строго пополам. То есть если у меня 52 карты, то от 1 до 26. Если у меня 36 карт, то, соответственно, от 1 до 18. Ну, к примеру, от 1 до 26 зритель сказал 17. Мы начинаем отсчитывать. То есть моя шестерка первая идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 и 18-ю карту мы переворачиваем, черт возьми, это не шестерка, какая жалость. Говорите вы, думаете, что вы ошиблись. Теперь вы говорите, точно, нужно же было работать с нижней частью колоды, а я-то балда с верхней. Назовите, пожалуйста, любое число от 26 до 52. Ну, а если вы показываете в 36 карт, то, соответственно, от 18 до 36. Но, к примеру, зритель говорит, что, ну, пускай будет 30 опять, ну, давайте 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, говорите вы. Переворачиваете эту карту, но это снова не четверка. Точнее, это снова не шестерка, точнее, шестерка, но не пик. Ну... Вы говорите, ладно, похоже, здесь вся загвоздка кроется в математике, воспользуюсь-ка я своим давно проверенным методом. А именно, из большего числа вычту меньшее. То есть 32 минус 17 получается сколько? 15. Отсчитываем 15 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И 16-я карта, моя шестерка пик. Вот такой вот легкий фокус, друзья. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!